Уважаемые судьи Соломенского райсуда, добрый день! Вас приветствуют представители общества военных охотников и рыболовов вооруженных сил Украины. Нас по всей Украине насчитывается более 13 тысяч членов общества. Мы полагаем, что наш родной Соломенский суд, в районе, в котором мы находимся, по-настоящему будет защищать права тех, кто на законных основаниях создал свое имущество, свое общество, его сохраняет и будет защищать до последнего. За нашей спиной провели незаконную конференцию, на которой внесли изменения в устав общества, в состав руководящего состава, надеясь, что это пройдет незаметно, и они смогут захватить наше общество. Но они ошиблись. Общество состоит из военных. Это не акционерное общество бизнесменов, а это общество военных охотников. Нам прискорбно, конечно, что рейдеры обратились к вам для того, чтобы признать, с одной стороны, свою конференцию законной, а нашу незаконной. Но так уж получилось. По всей Украине поднимается народ, обращается в суды, и суды принимают справедливые, законные решения. Они показали, что созданные рейдерами межрегиональные организации незаконны. Их фактически нет в природе. Они существуют юридически, а не фактически. Они пытались показать в Волосеевском суде, что их аж 28 человек. Но мы-то знаем, что у них нет ни одного члена общества. Сейчас прокуратура Западного региона показала, что эти три межрегиональные организации, которые находятся на территории Закарпатской, Волынской, Тернопольской областях, не функционируют. А это значит, что это явные рейдеры, о чем подтвердили работники прокуратуры. Уважаемые судьи Соломенского районного суда города Киева, к вам обращается представитель-руководитель Юга Украины, Южной региональной организации военных охотников. Мы знаем, чьи затеи сегодня рассматривает районный суд. Это представители рейдерской группы, которые пытаются захватить власть в обществе его имущества. На юге 4000 охотников, а этих представителей рейдеров всего лишь непонятное число, с которым сейчас прокуратуры Украины на юге, на западе, в Крыму разбираются, кто они такие и сколько этих припичников рейдеров. Мы обращаемся к вам принять справедливое решение. Суды юга Украины, запада Украины рассматривают эти рейдерские захваты и принимают справедливое решение. Мы надеемся, что Соломенский суд, а мы знаем, что он уже принял непонятное решение, который запретил нам проводить конференцию общества. Это значит, в интересах рейдеров, который работает Портнов, который защищает рейдеров,
его юридическая группа работает. И представитель на суде сегодня там сидит, Винничук. Я участвую тоже в этом судебном заседании. Мой представитель по доверенности принимает участие. Я прошу вас принять решение по закону. Избавить нас, а значит показать народу, что есть еще справедливые суды в Украине. Мы вас к этому призываем.